Впервые в истории Республики Молдова была создана автоматизированная информационная система, которая представляет собой государственный реестр административно-территориальных единиц и адресов, или далее реестр адресов. Новый реестр – это единая государственная система учета недвижимости и транспортных путей страны, которая позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам, а также публиковать ее. Реестр адресов станет единственным общедоступным источником достоверной информации об адресах, зарегистрированным в Республике Молдова. И ее данные будут использоваться различными службами и государственными учреждениями, в том числе единой службой скорой помощи 112, почтовой службой, судебными инстанциями. Реестр адресов будет также использоваться для обновления адресных данных всех информационных систем, в том числе Государственного реестра населения, реестра недвижимого имущества. И, наконец, любое физическое или юридическое лицо может бесплатно получить доступ к реестру адресов, чтобы найти запрошенный адрес. Новый реестр играет важную роль в организации избирательных процессов, поскольку он является ключевым источником для обновления Государственного реестра населения, который является основой для Государственного избирательного реестра. Точно установленный и легко определяемый адрес способствует быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации, точности частных услуг, например, такси или доставка, более удобному путешествию для туристов и обеспечивает инфраструктуру для бизнеса. Агентство государственных услуг до настоящего времени зарегистрировало более 1,5 миллиона адресов, а к 2023 году будут зарегистрированы еще 500 тысяч адресов. Если вы хотите найти правильный адрес, зайдите на сайт asp.gov.md. Нажмите кнопку «Недвижимость», выберите «Электронный кадастр» и выполните поиск в Государственном реестре административно-территориальных единиц и адресов. И не забывайте, адресная книга общедоступна и абсолютно бесплатна.